бешеный пес Макри со своей бандой долбоёбов. Местные жители напуганы до смерти. Город опустел. Даже не поле боится прокатиться по улице. Еле нажимается. Эти бандиты злобны, порочны и скоры на расправу. Шериф у нас есть, но нам нужен хороший стрелок. Дай-ка попробую. Так по какому принципу? Бест. Нащуден. А как? А, боже. Да ты че, угораешь? Да в смысле? А, алло? Да в смысле? Да я как быстро должен реагировать-то? Вы вообще обалдели, что ли, блять? Алло. Здесь почему-то озвучки, что ли, нету или что? Last Bounty Hunter. Тогда давай, в бой! Нет! Не хочу! А что, оно все время будет звук выключать, когда я буду попадать в кого-то? Ни хрена себе! Ну, какой-то такой себе порт, честно говоря. Ну, ладно, хотя бы я... Послушай, здесь и до тебя были охотники за вознаграждением. Парни не промах, но я верю, что ты лучший. Хотя бы так. Одному мне здесь не справиться. Чтобы избавить округу от 4 бандитов и их подручных, нам нужен охотник за вознаграждением вроде тебя. Ну, я понимаю, что склейки ты видео, знаешь, да. Что делать? Пусть они из-за того, что... В высоком качестве. Давай. Я так понимаю, это больше времени занимает. Они тут все красиво сделали. Не, у меня трясется геймпад немного. Можно? Чуть-чуть. Я подвинул. Все, ты перестал? Handsome Harry, try the edge of town. Окей, в 3D какая-то урезанная версия была, что? Зайду в другой раз. Ну вот, да, я попадаю теперь в того чела сбоку. Это он 3D, это было невозможно. Так, не стреляю. Хуй хранилище, ты чё, блин? Готовься стрелять. Окей. 19. 7 красные нечетные ставки забирает казино. Вот это нормальные такие. Боярский, на тебе каналья. Эй, щенок. Слишком сексуально упал. Все равно мы собирались делать ремонт. Да, согласен. Это что, просто музыка прерывается, меня немного выбивает. Ну вот, видишь, геймплей пошел. Блять, это свой был. Старый!
убил невиновного. Какая жалость. Что я это, в определенной зоне только что напрягся из-за этой женщины. Гигри-гигри-гигри-гигри-гу. А! Интерлейсинг, конечно. Эро. Ты нам здесь не нужен, стрелок. Эй, шериф. А может быть и нужен. Нахуй иди. А может быть и нужен. Тихо. Да ты чё, охуел, что ли, встал? Я тебе в ухо. Козёл. Красавчик Гарри, ему можно верить. Он был адвокатом. Чего? Эй, 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 я не тот, кого ты ищешь. Я не вооружен. Как жаль. Живым я стоил гораздо больше, чем мертвым. Поймал красавчика Гарри. Вот твоя награда. Я смог. Я смог пройти первого. Кошмар. Да, Босс, я пытался поиграть на 3DO, но там все не работает. В фильмах определенных. Про какие определенные фильмы там разлуждать сидеть? Лок это Жибер. Да, грязный Дэн. Здорово, пацаны. Мне? Ничего. Я знаю. Блять, он что, лошадь уничтожил? Что произошло-то? Ты видел? Ты видел? Лошадь стояла сзади него, и что-то она внезапно исчезла куда-то. Ты почти дошел, а значит почти труп. Чего? Я не расслышал, извините. Нахер иди. Чё, батьку убиты? Ты... Чел. Да лежи, не встал, каш. Тебя проводить? Куда? На тот свет? Да и нахер. Эй! Готовься! Бш! Его по горячим следам. Пошли, поймаем мерзавца. Пойдем. Кого? Начинаем, пошли. Блять, музыка. Я тут сбрую ремонтирую. Я тут сбрую ремонтирую. Да, блядь, ты еще нахуй иди. Я шерифа пристрелил. Сорянчики. Ты убил невиновного. Очень плохо. Очень плохо? Его по горячим следам. Пошли, поймаем мерзавца. Начинаем, пошли. Я тут сбрую ремонтирую. Где Дэн? Стрелок, да ты даже сигару у меня из руки выстрелом не выбьешь. Ну, да.
хотя меня и поймали, но я еще очень злобный. Кажется, ты а это все, что ли? Вот это был злобный Дэн все это время? Я думал, это какой-то чел просто рандомный. Мертв, захвачен. Вау. Вау. Вау, игра. Если все работает, то вау, игра. Если ни хрена не работает, хрен у тебя что получится. Никого я не заруинил, он в меня выстрелил, я выстрелил в него. Давай, Локо. Да я ж попал. Я же попал. Стрелок, вот это для тебя. Спасибо. Смешно как. Тут нет экрана продолжить, тут есть. Ты убил невиновного. Ну я попал, ну чё ты, блядь, игра душишь-то? В этот раз ты его почти поймал, попробуй ещё. Это Ви, там 3DO было. Не вылезай нахер! Сика. Стрелок, вот это для тебя. Мне нравится гробовщик из Mad Dog Macari. Лучший персонаж той игры. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Счет текилы выпью на твоей могиле. Чего? Бля, там кто-то за решеткой что ли был? Вот ты дрянь, игра. Тебе не здоровье страховать надо, а жизнь. Голову свою мне нужно страховать. А, это вот он, да? Это вот он, тот. Эль Поко. Эль Локо. Как там его еще зовут? Нахер иди. Ты мне нравишься. Госекс. Мне все нравится. А вот этот тебе тоже нравится? Госекс с ним. Стрелок, давай посмотрим, какой ты быстрый. Видишь платок? Увидишь, что я его отпустила? Стреляй. Я попал! Ну я попал! Ну я попал! Гонь его. В этот раз ты его почти поймал. От сцены к сцене, блядь, не попал. Не попал, прицел скакнул. Немножечко. Стреляй ты получше, мы бы и не повстречались. Стрелял бы я получше, я бы тебе в голову попал бы, блядь. Ай, а чё так быстро-то, алё? Тот ещё чел даже не упал. Тебе не здоровье страховать надо, а жизнь. Ну я попал же. Бляха. Ну опять не попал сюда. Да что ж такое-то, блять, алё? Как так-то?
Знаешь, полежи пока здесь. Блин, я перезаряжать полез. Трозиди. В этот раз ты его почти поймал. Попробуй еще. Ладно. Не знаю, что тебе болезненный был. Опять опаздываю в церковь. Ну, надеюсь, лошадь мне стрелять не придется. Он первый начал, я не виноват. А, блядь. Мне кажется, эти петарды, которые висят на тележке, они из сцены в сцену путешествуют. Потому что я их уже видел. Ты что, охуел там, что ли, слышь, блядь? Стой, пойдешь со мной. Значит, ты задержал Эль Локо? Держи. Просто, блядь. Кошмар. Давай, Оуэн Уилсон еще остался. Оуэн Уилсон. А если бы я в ней выстрелил, он ведь попал бы. Я тебе отвечаю. Давай, Оуэн Уилсон. Дети играют на улице. А мы здесь уже были, вроде нет? А вы охуели, что ли, алё? А как я двоих должен одновременно? В гробу тебя видел? Какая смешная шутка. Да я не знаю, в кого стрелять-то. Я попал в правого. Просто отклика никакого нет. Отклика никакого нет, что я попал. Во, вот теперь есть. Здорово. Я попал в тебя. Не пизди, я попал в тебя. Прямо, блядь, твое лицо ебаное. В милицию позвоню, заберу тебя, понял, козел. Ну вот опять. Ну я трижды попал, алло. Стреляй. Ой, ладно. Ну, проблема вот таких шутанов, в которых мелкие цели. Ты вроде попадаешь, а игра говорит нет. Я не знаю, у тебя был пистолет или не было пистолета, без понятия. Что? Ничем не могу помочь. Сначала заплати. В тюрьме бунт, я пошел. Хороший шериф у вас. В тюрьме бунт, я пошел. А, бляха. Я не сообразил, что надо было стрелять. Продолжай в том же духе, и я тебя уже не спасу. Да-да. В тюрьме бунт, я пошел. Это больше выглядело, как будто бы у тебя просто перерыв. На обед, и ты пошел. А почему у вас... Почему у вас заключенные с ружьями сидят? Ты убил невиновного. Словами мою досаду не выразить. А?
тюрьме бунт. Я пошел. Наро. В Чайна-тауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? В каком, блядь, Чайна-тауне? Иди нахер, за ляжками там спрятался. Хотел. Ничем не могу помочь. Сначала заплати. Он ляжками куриными прикрылся. В Чайна-тауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? Рандом? Нет, не рандом. Блять. Да. О, ты убил невиновного. Какая жалость. Разденься, еще раз убью. В Чайна-тауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? Попал? Да я ж попал в него, алло! Нужно было ждать что-то какого-то определенного момента или чего? Ты убил невиновного. Я ради этих кадров буду убивать невиновных. В Чайна-тауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? Нашли дурака, тут титьки показывают, а я буду это по виновным стрелять, что ли? Вот как надо было. Окей. Я не знаю, кто ты, но ты упадаешь. Ебать. Сколько дублей было, чтобы это все сделать? Вы же понимаете, что на заднем плане стоит... Этот. Фейерверк. Продолжай в том же духе, и я тебя уже не спас. Ради такого я весь город положил. Бандитов. Ты можешь помочь? Действительно, что? Мне нравится музыка здесь. Тут споткнулся. Так, вот от этого чела я не успел. Я почему-то ждал снизу чувака уже. Нет, еще раз. Это Фри Тирс, наверное. В Чайна-тауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? Так. Лестница. Кверх. Вот этот чел. Чел бежит, чел вот тут. Дальше. Чел еще раз. Время по... Да иди ты, три раза в него стрелял. В Чайна-тауне много бандитов. Кроули. Привет. Привет. Ну я попал же я, ну нахер. Ничем не могу помочь. Сначала заплати. Да это босс, скорее всего. В Чайна-тауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? С три раза по нему нужно. Да чего? Да я попал, ну чего ты гонишься? Продолжай в том же духе. Ты, может, не эту видела. Их несколько подобных. Ты можешь помочь нам? Это чел, который прячется в курицах, это этот куратор. Куратор этой игры. Давай. Раз. Два.
Три. Ты не можешь всех перестрелять. Или как? Смерти ищешь? Чего тебе надо? Оуэн Уиллс. Здорово. Добрый вечер. Тут заварушка. Мне пора. Все в порядке тут. Все в порядке. Шериф у вас нормальный. Хороший такой. Я почему-то наверх смотрел. Эй, оставь ее. Чего? Лады. Возьми дробовик. В смысле? В смысле? У дробовика два патрона. Почему у меня шесть? Знаешь, полежи пока здесь. Эй, оставь ее! Чел, по-моему, выжил. Возьми дробовик. Чего? Кто? У меня опыт есть, а у тебя навряд ли. Чего? Нахуй ты иди. Опыт у тебя есть. Слева кто-то еще был? Эй, в красной жилетке который? Что ли? Вот, возьми дробовик. Ебать быстро! Ебать быстро! У меня опыт есть, а у тебя навряд ли. Эй! Оставь ее! Я не совсем понимаю. Вот, возьми дробовик. Чё? Чёрт, я же выигрывал! Серьёзно, блядь? Я не могу. Сиди нахуй. Знаешь, полежи пока здесь. По-моему, это было лишнее. Ты убил невиновного. Какая жалость. Угу. Не стреляйте. Да в смысле? Да ну попал же. У меня опыт есть. У меня тоже опыт есть. Но игра душит. Еще этот непонятный наркоман. Знаешь, полежи пока здесь. Ск такая. Не стреляйте. Ми. Показался или экран подвинулся? Да ну в смысле, блядь? Ну на кой ляд вы дойдете так мало времени-то? В этот раз ты его почти поймал. Попробуй еще. Это нечестно.
Верхнее левое окно. Запоминаем наизусть. Вот это окно. Не стреляем. Стреляем. Дверь справа, дверь слева. Дальше что было? Чел откуда-то отсюда вышел. Потом чел из вот этого окна вылез, да, или вот с этого, потом откуда-то отсюда вышел кто-то, где это? Да чё ты в смысле, иди нахуй! Ядрить там реквизит полетел. Что? Привет. Добрый вечер вам. Я малыш, а это мои игрушки. Слышь, малыш. Поиграем. Ты серьезно сейчас? Ты, блядь, серьезно сейчас? У меня опыт есть. Я трижды выстрелил в него. Вот этот чел первый просто улетает вперед вообще топово. Привет, малыш! А это мои игрушки. Привет, малыш, пойдем погуляем, покричим. А. Поиграем. У меня патронов не было, вот в чем проблема. Вот игра просто странно делает. Никогда прежде не видел такой меткой стрельбы. А вы видели? Ой-ой-ой. Какой-то ублюдок выпустил всех из тюрьмы. Так и было. Мар-мар-мар-мар-мар-мар-мар. Стрелок, вот это для тебя. Никогда прежде не видел такой меткой стрельбы. А ну, видели? Ну почему? Ой-ой-ой. ФМВ? Людок выпустил всех из тюрьмы. ФМВ шутаны. Не знаю, не знаю. Пш, 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 пш. Пш, пш, пш. Живучий ублюдок. О боже. Убил невиновного. Очень плохо. Овца! Зачем женщину-то стрелять? Чё она? Ну, она, конечно, первая начинает. Нет! Да ну какого хера? Продолжай в том же а, духе. Сталкер даже вышел. Потрясающе. Мне нравится, как после девчули. Нет! Да чел, он уже прям рвется выстрелить, но он не стреляет. Он почему-то ждет, как будто местами поменяли. Чё, не стреляй! Убери пистолет! Убрал. Хуел, что ли, старый? Ты дурак? Это кипот. Никогда прежде не видел такой меткой стрельбы. А вы видели? Ты спас всю округу. Спасибо, стрелок. А его за что целуешь? Меня целуй. Well, bounty hunter, you do know how to score. Put your name up. Right here. How you doing? Okay. Все.
Я даже не знаю. Вроде бы нормальный порт, но в то же время вот это вот, вот знаешь, когда музыка прерывается каждый раз, как, не знаю, не очень хорошо. Чтобы они просто эту музыку отдельной дорожкой, что ли, пустили, не в видео, не знаю. Ну, просто она прерывается, и потом какая-то тишина целую секунду-две, и дальше музыка опять включается. Не знаю. Незнакомец, думаешь, ты сладишь с бешеным псом? Докажи. Этот человек просто кара божья. Игра клёвая, если всё работает, опять-таки.